Приветствую вас и поздравляю с бывшую днем рождения. Человек может просто потому, что она для него не чужая. То есть у них есть что-то общее, у них есть какие-то общие воспоминания, общее прошлое, общие какие-то переживания. И человек сейчас понимает, что да, он ушел от нее, да, они не сошлись, но при этом какое-то значение, какое-то место в жизни для него она все-таки занимает. Не как девушка, а просто как человек, который что-то дал вашему мужчине. И именно поэтому из доброй памяти человек поздравляет ее с днем рождения. Ничего в этом такого эмоционального, личного, оскорбительного для вас нет. Но если вы ревнуете, то нужно, во-первых, сказать молодому человеку об этом, сказать, что вы ревнуете. Если он вас любит, он объяснит свое поведение и, наверное, постарается сделать это так, чтобы вы об этом не узнали или вообще не будет делать, если ему дороги ваши чувства. А вам необходимо подумать, а чем продиктована ваша ревность? Если у вас есть какие-то проблемы в отношениях, то их нужно решать. Если есть какая-то натянутость, ее точно желательно снимать. Если вы не уверены в себе, то с этим также нужно бороться. Неуверенность в себе нужно повышать за счет большего уделения внимания себе и своему молодому человеку. Окружение его теплом, лаской, заботой и теплом. И если вы ревнуете его, то это скорее всего не первый случай ревности. Вероятно, вы ревновали его еще и несколько ранее. И тогда справедливо будет сказать так, что кроме борьбы по повышению самооценки, вам необходимо делать следующее. Каждый раз, когда ревнуете, обязательно направляйте в этот момент свою энергию на молодого человека, говорите ему нежные слова, ласки, заботьтесь о нем. Так вы создадите у себя после 3-4 раз такого поведения ассоциацию, привычку. И каждый раз, когда ревность будет возникать, вы будете окружать своего мужчину заботой, любовью, и тем самым будете укреплять ваши отношения и преобразовывать негативную энергию в позитивную, тем самым снимая угрозы ухудшения ваших отношений. Ну и, конечно же, необходимо понимать, что ваш мужчина хочет, постоянно отдавать себе отчет, каковы желания вашего мужчины, чтобы грамотно их удовлетворять так, чтобы ему даже в мыслях не приходила идея возможности уйти от вас к другой девушке. Так вы обеспечите себе уверенность в том, что мужчина целиком и полностью принадлежит вам, и вы делаете для него все, что нужно, чтобы он был с вами. Ну а если он все-таки в этой ситуации уйдет или вам изменит или что-то еще, то это означает, что вас не ценил, не любил и поддался слабости, что делает его ненадежным человеком и тем самым неподходящим партнером для построения отношений. Вот примерно так вам нужно действовать в этой ситуации. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.